Ой, друзья мои, такие противные дни, сонные какие-то. Нет, спать я нормально сплю. Я вам уже говорила, благодаря подушке и мелатонину, наверное. Но я имею в виду, погода такая ужасная, какая-то такая серая. Ненавижу весну. В Москве это просто гадость какая-то. Это ваша заливная рыба. Кстати, про кино. Если хотите посмотреть фильм мирового масштаба, вот на выходных, по-моему, в воскресенье показывали фильм, мировой прям фильм, я не про служебный роман, конечно, потому что это тоже мой любимый фильм, но если вы хотите посмотреть такой фильм, мировую классику, мирового уровня, то я думаю, что вы бы, наверное, включили, по-моему, 11 канал. Ну, у нас он 11, а на самом деле это, по-моему, ТВ-3. И там была «Зеленая миля». Вот, так что я рыдала весь фильм. «Зеленая миля» — это классика из классик. И если, действительно, если советовать хорошее кино, такое вот прям, ну, настоящее, настоящее кино, не фильм, не Голливуд, не там посмеяться и кончилось, а именно вот хорошее такое, хорошее классическое кино, такое прям, ну, вот, то вот «Зеленая миля», «Побег из Шоушенка». Ну, показывали только «Зеленую милю», поэтому рекомендую, кто еще никогда не смотрел этот фильм, это не ужастик, это не там не комедия, это просто очень хорошая, очень хорошая классика. Немножко фантастики, но там все настолько хорошо проиграны вот эти вот отношения между людьми, и настолько это все концентрировано, что, ну, очень хороший фильм просто. Вот, и я что хотела вам показать. Я тут вчера готовила печенюшки. Кино было в воскресенье, вчера понедельник, сегодня вторник. Сегодня котяткам уже ровно неделя. Вот, я их отдельно снимаю видео, и потом будет отдельное видео про котят. Как мы росли и все такое. Вот, и вчера я пекла печенье. Вот угораздило меня с дуру купить незнакомый, непроверенный творог. Целый килограмм. На рынок зашла, у нас открылся новый рынок рядом с домом. У нас был 7-й континент. Потом его закрыли и вместо него открыли рынок. Вот. И, ну, он долго простаивал, наверное, полгода простаивал здание. И потом открыли, обещали магазин, открыли рынок. Зашла, короче, и там только одна палатка была с молочкой. Думаю, дай возьму творога. Я к нему, конечно, присматривалась. Но рискнула вот и прогадала. Короче, первый день он был нормальный, вкусный. Буквально на следующее утро я открываю упаковку, а он прям воняет. И пришлось срочно искать какие-нибудь рецепты, потому что целый килограмм творога и куда его? Не, можно было бы, конечно, банально сделать сырники, но что-то мне сырники неохота, да и мама их не ест. Вот, мам требует печенья всякого разного. Вот, и в общем, я вчера пекла по двум рецептам, вот, но могу сказать, что не все получилось так, как я думала, что получится. Сейчас покажу и расскажу подробнее. Итак, друзья, вот такие котишки. Такие котишки получились. Так, это сладкое, это не сладкое. Значит, первый рецепт не сладкое. Это называются трубочки по рецепту Дюкана. Если знаете, это довольно знаменитая диета Дюкана. Вот, в общем, не буду про диету рассказывать. Кому интересно, посмотрите в интернете. Значит, трубочки нифига не получились, то есть это получились такие блинчики, они растеклись. Нижняя часть вообще не подрумянилась на бумаге, я пекла на этой специальной, как она называется, на пергаменте. Вот.
Короче, они растеклись, получились такие блинчики. Значит, в составе там творог, отруби двух видов, но у меня были только одни. Это самое. Овсяные, поэтому я только их и добавила. Там еще ржаные добавлялись, но у меня нету их. Вот, я добавила кунжут прям туда, в тесто. Вот, ну и там, по-моему, все как бы разрыхлитель, там немножко соли. И еще я красного перчику добавила сладенького, паприки. Но что-то она вот не вышла. Короче, они расплылись. Что-то мне в этом рецепте не зашло. Может быть, надо побольше отрубей насыпать или, ну не знаю, чтобы погуще было тесто. Короче, они должны были получиться вот реально такими палочками, трубочками. Ну вот, сами видите, блинчики такие. Ну, в принципе, на вкус прикольное ощущение, как будто это из сыра сделано. Такие сырные крекеры. Эффект интересный. А эти по другому рецепту, эти назывались какие-то творожные печенья на скорую руку. Просто нашла в интернете. Тут очень замороченный рецепт. Там сливочное масло надо растопить, потом его добавить в творог, туда же добавить сахар, потом отдельно смешать разрыхлитель, щепотку соли, муку, еще что-то такое, и уже просеянную туда добавить. Вот. И там что-то очень сложно их лепить было, но я решила не заморачиваться и просто сделать такие вот обычные кругляши. Вот. Вот получилось. Но они внутри как будто сыроватые. И само по себе тесто получилось очень-очень такое, знаете, жирное. Ну, не сказать, что прям масло течет по губам, но как-то очень жирно. И я бы что-то изменила в этом рецепте. Может быть, побольше творога, поменьше сливочного масла. Или, как вот в рецепте написано, творог 0%. Я бы, может быть, добавила не 0%, а 5% или 9% творог, там 50 грамм масла и все остальное как по рецепту. Ну, в общем, это надо пробовать и, ну, что-то менять, потому что получилось оно очень, ну, для меня оно очень жирное. То есть, ну, само по себе консистенция такая жирная. Вот, в общем, если интересно, потом в каком-нибудь видео покажу рецепты. Но лучше как бы готовить именно уже проверенный рецепт. И если что-то не получилось, то изменить его под себя и уже делать, как тебе нравится. Я всегда так делаю с рецептами. Меняю их под себя или под людей, которым я готовлю. Вот. В общем, болтовни много получилось. Я думаю, что если интересно, рецепт я буду показывать как-нибудь. Вот. Ну, вот это должно было получиться ПП-трубочкой по дюкану. А это, в принципе, получилось тем, чем и должно было получиться, но для меня жирновато очень. Вот, поехали дальше. А куда дальше-то? Привет, друзья. Сегодня делаю, ну, сейчас уже собирать все вместе. Делаю курицу, запеченную в рукаве, по рецепту Регины. Если, Регин, ты смотришь мои видео, тебе привет. На самом деле я взяла ее рецепт только за основу. То есть у меня будет картошка, как у нее, и курица, как у нее. У меня здесь курица ночь стояла. Вечером я ее замариновала, у меня специальный домашний соус, я сама его делаю. Вот, и вместо грибов у меня будет маринованный лук. Вот, и сейчас буду все собирать и в рукав, и в печку. Первый раз, на самом деле, делаю такое в рукаве, как-то меня этот факт пугал. Вот эта вот шуршащая субстанция, больше похожая на обертку для цветов. Ну, никак не на рукав для запекания. В общем, он меня смущает. Но рискну первый раз. А потом покажу, что получилось. Надеюсь, что все будет хорошо.
друзья, хотела вам показать, у меня на канале в творческой студии какая-то просто происходит мистика. Помните вот это видео с конкурсом? Оно было выложено, так сказать, на канал, по-моему, да, 25 января, собственно, и с этого начался конкурс. И на тот момент у меня на канале было около... ну, то есть не на канале, к этому видео было около 16 просмотров и 12 комментариев. Как вы видите, сейчас он показывает всего один комментарий, при этом 14 лайков. Я буквально в пятницу, сегодня у нас, вот внизу видно, 30 января, и это у нас понедельник, буквально 27-го, да, 27-го я смотрела, было 14 лайков и 12 комментариев. Вот куда они делись здесь, почему они здесь не отображаются, я вот этого не понимаю. Это какой-то глюк, просто фантастический. И я сейчас вот захожу в сообщество, в комментарии. Собственно, вот здесь вот выбираю видео с конкурсом. И смотрю, все комментарии на месте. Абсолютно все комментарии, там еще есть. Другие, то есть все комментарии, их даже больше уже стало, чем было в пятницу. Вот, мне очень приятно, что многие очень хотят поучаствовать. Но суть не в том, то есть все комментарии на месте. Но в субботу я смотрела, два комментария исчезли. Вот, Алекс Curious Cat поставил два комментария. Один комментарий остался, один исчез. Я ничего не удаляла. И еще тоже один, не помню точно кто, один, а здесь его даже, а нет, вот, вот этот вот, «Смотреть всем» канал называется. Человек тоже оставил два комментария, там был какой-то коротенький комментарий и вот этот вот длинный. Длинный комментарий остался, короткий исчез. Что это за прикол от Ютуба, я не знаю, но я уже слышала многих тоже блогеров, что какая-то, в общем, странная фигня происходит на Ютубе, и Ютуб самостоятельно удаляет комментарии, причем, видите, тоже косяк. У меня только что здесь показывалось два спамовских комментария, теперь их нету. Это очень странно. Возвращаемся в общее видео. Вот он опять появился. Я даже не знаю. Ну вот, ну-ка еще раз. Даже интересно, какие-то, когда открываешь, появляется новый. А нет, все на месте. Появляется какой-то новый комментарий. Когда закрываешь, они исчезают. В общем, очень странная вещь. И еще хотела вам показать, ну, даже не знаю, то есть я тоже наслышана об этой странности, то есть, может быть, комментарии могут, то есть YouTube может удалить как комментарии, так и подписчиков, то есть у меня буквально пару дней назад было около 150 человек, сейчас 116, тоже как бы очень странно это, ну, некоторые, я в почте, конечно, отслеживаю, кто подписывается, и всех обязательно тоже посматриваю, но бывает так, что непонятно, как бы новых подписчиков нет, а количество подписчиков увеличивается, а потом резко возвращается к исходной позиции. То есть какая-то странная вещь происходит. Привет, друзья. Сейчас пеку рулет с маком. Нашла рецепт в интернете, потом вам как-нибудь покажу, если интересно будет. Это остатки, последняя партия. И сейчас покажу, что уже получилось. Вот они такие загорелые и шоколадные из-за мака.
такие вот получились. Золотистые. И маку прям целая куча. Вот, может быть, потом вам как-нибудь покажу рецепт полностью, как готовить, потому что готовятся они довольно долго, там очень много всего, много ингредиентов, и по времени занимает около 2 часов. Но вкусные.